докладывая съемка, глава города приступил к выполнению своих обязанностей. То доверие, которое выразили конкурсная комиссия, депутаты городского совета, предстоит всем оправдать. Огромно слаженной команде. Не скажу, что со всеми вами уже знаком, действительно не познакомился. До этого даже не догадываясь о том, что окажусь на вашей территории, конечно, внимательно изучал ситуацию, вникали, слушали. Та информация, которая была представлена в общем доступе, в том числе через СМИ, и, конечно же, как руководитель большим сельскохозяйственным прошлым, я всегда интересовался тем, что происходит в сельскохозяйственном отрасли в целом Назаровского района и западной группы территорий. Мы сегодня здесь собрались для того, что две задачи – это общее знакомство с аппаратом, и для себя я пометил ряд таких текущих вопросов, которые предстоит обсудить, и в последующем ходе обсуждения дам некие просьбы, поручения, чтобы подготовили рабочее совещание по текущим вопросам, ну и для того, чтобы в том числе поприветствовать своих коллег СМИ, и с общего согласия мы договорились о том, что по вторникам мы будем в этом зале собираться, насколько это удобно, будет 8-9, дополнительно еще обсудим, потому что те традиции, которые были в рабочем графике, мы их нарушать не будем, ваше разрешение я подойду тому списку, который подготовил вопросы. Они не несут в себе ничего уникального. Я считаю, что, Сергей Иванович, это с вашим участием подготовить рабочее совещание не для того, чтобы познакомиться с теми руководителями, кто обеспечивает за прохождение подготовки к паводковому сезону, с обязательным присутствием специалистов метеослужбы. Буквально видели прошедшие праздничные дни, насколько обильное снеготаяние, и я думаю, что пора уже организовывать дежурную службу эвакуаторов. Не каждый двор, паровую территорию можно было бы уже заехать. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к Светлане Александровне. Ситуация довольно-таки жестко меняется. Тот особый режим военный, который военная операция, специальная военная операция на Донецкой и Луганской республике, резко меняет ситуацию в целом в экономике. И я прошу в рамках наших полномочий сделать мониторинг цен в торговой сети с участием крупных предпринимателей. Все сетевые компании практически в городе присутствуют. И сделать анализ в тех рамках того регламента и требований, которые в том числе правительство определяет к нам, ну, возможно, с учетом каких-то особенностей на территории. И ваши предложения, я тоже прошу долгий ящик это не откладывать, и это совещание подготовить. Ну и, безусловно, руководителям отделов, совместно со специалистами, очень прошу, чтобы подготовили кратко, подчеркиваю, и провести возможность встречи с каждым коллективом, с каждым отделом, обсудить, подчеркиваю, итоги прошлого года, коротко, они у вас наверняка не сформированы, и задачи на предстоящий период. Первый квартал 2022 года практически уже начался и завершается уже, и я думаю, что тоже сформирован. Уважаемые наши коллеги со СМИ, я доверяю, что мы будем взаимодействовать. Те огромные ваши активность, которая есть, я не скажу, что там досконально отслеживаю, но познакомился гораздо раньше, чем оказался на следующей должности, на территории города. У каждого из нас есть свой взгляд на многие вещи, но объединяет одно нас всех, это неравнодушие тем проблемам, которые есть, и очень надеюсь, что это и желание эту ситуацию исправлять. Констатировать проблему можно бесконечно, наша задача все-таки максимально реагировать и с учетом имеющихся ресурсов управленческих, административных, финансовых, и не закрываться тем, что у нас нет ресурсов и мы ограничены какими-то финансами. Максимально будем работать по реализации тех проблем, задач, которые накапливались не один день, и, наверное, в какой-то период они будут оставаться на повестке дня, но я со своей стороны максимально демонстрировать буду и желание, во всяком случае, делать все для того, чтобы людям в городе жилось комфортно. Уютно.